В администрации района рабочая неделя началась с расширенного планерного совещания, которое прошло под руководством Заура Хамирзова. Присутствовали заместители главы, начальники отделов управления администрации района. Первый вопрос повестки дня был посвящен проблеме своевременной уплаты налогов, который в свою очередь формирует бюджет поселения и является средством благоустройства населенных пунктов. Для этого на заседание был приглашен заместитель начальника налоговой службы Тимур Ахтау. По данному вопросу также выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Затем глава района предоставил слово своему первому заместителю Руслану Емыкову. Он отчитался о ходе работ по освещению населенных пунктов, благоустройству и о деятельности административных комиссий. Заместитель главы района Марита Тугланова доложила о самых актуальных вопросах в плане экономики. Это легализация работающих граждан, о деятельности сайтов, госуслуг и так далее. О ходе осеннеполевых работ доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Управляющий делами администрации Рустам Хасанов рассказал присутствующим о планах работы администрации на предстоящую неделю. Также были заслушаны и другие начальники отделов. В завершении глава района потребовал от присутствующих исполнения всех обозначенных вопросов.